Если не я, кто, если сюда придут? Я как бы патриот считаю, но больше патриот в плане, что я люблю своих родных, близких, родителей, жену. Хочу, чтобы здесь было благо в нашей стране. Я не хочу, чтобы то же, что происходит сейчас в Украине, происходило здесь у нас. Прекратить, считаю, это лучше там. Ну, какой бы ценой это ни было. Я доброволец, я уже служу. То есть все нормально. Сейчас вот моего племянника забирают в армию. Не страшно отдавать? Как ты? А кто будет родину защищать? Если, ну, вот так честно. Нормальный мужик, здоровый, 32 года. Ну, позвали, я поехал. Зачем мне, не ехать-то? Я не трус, я не боюсь. Чем мне? Как серой мыши сидеть где-то там, прятаться, все вот этого. Ну нафиг мне. Тут где ныкается? Ну да. Уважаемые земляки, сегодня мы провожаем наших мужчин. К сожалению, сегодня нам приходится с вами продолжать то, что 80 лет назад делали наши деды и прадеды. Бороться с фашизмом, спасать братский нам украинский народ от этой заразы. Немножко, и подавателя провожаю.